Немножко странно себя чувствую ходить одной и снимать эти видео. Ну ладно. Привет. Наконец-то решила заснять влог про Париж. Я решила просто снимать все, что мы будем делать, то, что мы обычно делаем в выходные. Вот мы пришли на Монмартр попить кофе вот здесь. Это место называется Эквиер. Спускаемся по Рю де Мартир. Она вся в маленьких рыночках, в небольших кафе. Вот, мы пришли на канал Сан-Мартан. Сейчас пойдем пить кофе в Radio Days. Я, кстати, о нем писала когда-то в каком-то одном из своих постов в блоге. Ну, как я и говорила, все расцвело, конечно, не так круто, как летом. Летом вот здесь, на всех этих набережных, собираются люди. Вообще тут в округе это очень такой оживленный квартал. Тут очень много всяких кафе, ресто. Симпатично в любое время дня и ночи, чтобы тут потусоваться. Вот, мне нравится. Что ты берешь абонемент, например, на день или на неделю, а за абонемент ты в день платишь €70, первые 30 минут каждый раз они бесплатные. Все меняют каждые 30 минут. Вот мы сейчас тоже проехали, ну, не знаю, сколько, наверное, минут 30. Мы сейчас встали на станцию, чтобы подождать 5 минут, пока зарегистрируется наша остановка, и через 5 минут поедем дальше, как бы, в следующие бесплатные 30 минут. Чего у него там будет, но мы планируем там где-то часа на два остаться, не дольше. Je parlais de Poutine, de l'histoire de l'Europe, de la grandeur de la France. Товарищи, если вы хотите прочувствовать всю французскую живость, проедьте на первой ветке метро. Где-то примерно начиная с 11 часов вечера. Там реально поют, отмечают. Вот, а сейчас мы спускаемся в ад на 13-ю ветку. Сегодня уже воскресенье, мы только что свежие сходили на завтрак. И сейчас уже разошлись, потому что у него есть какие-то свои дела. Я решила пока что не ехать, потому что у нас сегодня отличная погода. А, значит, я сейчас нахожусь на бульваре Сен-Мишель.
Я пришла в парк Люксембург первый раз, наверное, в этом году. До этого зашла в Марину. Сейчас я буду показывать, как парижане отдыхают. Я думала прогуляться на самом деле до кафе де Флор, сделать, может быть, пару снимков и потом спуститься до речки и уже поехать домой. Может быть, вечером выйти еще поснимать закат. Под мостом Александра Третьего. С вечером решила прогуляться, чтобы глаза отдохнули, ну и просто, и вот заодно посмотреть на закат.